Найдет свое решение острая проблема с канализацией микрорайона Наурыз в поселке Тазбугет. Об этом сообщил депутат городского маслихата Багдаулет Искаков на встрече с избирателями. В данное время идет ремонт КНС, который обслуживает 46 многоэтажных домов Тазбугета, микрорайона Астана и областную детскую больницу. Из-за чрезмерной нагрузки все время случались аварии. С завершением ремонтных работ проблема должна быть в корне решена. В целом за последние годы поселок заметно изменился. В этом году заасфальтировано 8 улиц, проведен капитальный ремонт здания Акимата и ряда соцобъектов. На встрече жители поселка поставили перед депутатом еще ряд других проблем. Мы просим провести асфальт на улице Сейфуллина до конца. Там на полпути ремонтные работы давно остановились. Также хотелось бы обратить внимание на проблемы поливной воды. В целом прогресс очевиден. Я 45 лет живу в Тазбугете, за это время впервые так много делается. Была проблема отсутствия светофора на пересечении улиц Абая и Есенова. Мы утвердили бюджет, определили подрядчика, и до конца года на этом перекрестке должен появиться светофор. Также на контроле заявления жителей поселка по состоянию дорог, газификации отдельно взятых домов. В следующем году в Тазбугете будет отремонтировано еще 8 улиц.